Так. Ну что? Пошла жара. Ребятки, всем привет. Давайте подождем. Народ сейчас чуть-чуть поднабежит, чуть-чуть совсем. И поговорим. Расскажу вам, как я слетал в Омск. Почему я до сих пор еще здесь, хотя уже должен был быть в Москве. Так, ну все. Вот оно, оптимальное количество народу подобралось. Погнали. Где я? Я нахожусь в городе Омске, в своем любимом, родном. Приезжал к семье. Решил так экспромтом я на один день заскочить, увидеть братьев, родителей. В общем, всех родных. Безумно рад, что оказался в Омске. Все свое свободное время... Ну, в принципе, весь день, сутки провел с братьями. Шикарно провели время. Все-таки семья есть семья. И это самое дорогое. И всегда на тебя семья будет влиять положительно. Я эмоционально очень сильно разгрузился. И прям был счастлив, когда увидел братьев и родных своих. Почему я такой уставший? Я вам объясню, почему я такой уставший. Потому что вылет у меня стоял в 7:30 утра. Время 4, время 2:50. За счет того, что в Омске был туман, все рейсы задержали. И чтобы не сидеть в аэропорту, приходилось каждые полчаса звонить в аэропорт и узнавать, как посадка, как самолет. Поэтому я засыпал на полчаса, просыпался, звонил, засыпал, опять просыпался. И так... все утро, поэтому, понятное дело, я нифига не выспался. Вот, чувствую себя уставшим, но в прекрасном настроении, в прекраснейшем, потому что я был дома, и все шикарно. Так, ну что, давайте вопросики ваши какие-нибудь позадаете мне. Слушайте, ребят, давайте такую тему затронем по-быстрому. Вы мне постоянно спрашиваете про спорт, про питание, про тренировки. Мною с моей командой был сделан шикарный фитнес-проект онлайн, просто шикарнейший, который включает в себя тренировки в домашних условиях, которые экономят ваше время, экономят ваши деньги и приносят отличный результат. Рецепты питания, вообще, в принципе, советы по питанию, постоянная консультация тренеров, в общем, шикарный продукт просто создали вам по цене одной персональной тренировки в Москве в фитнес-зале. Все по цене одной этой тренировки вы получаете просто огромнейшее количество полезной информации, мотивации и самое главное возможности получения шикарного результата. Поэтому скоро я буду опять выставлять информацию по поводу этого проекта. Вообще не стесняйтесь, залетайте и давайте тренироваться вместе. Давайте вместе приводить себя в форму. Я знаю, что у вас есть это желание, так же, как и у меня. Причем там есть крутая мотивация. Все это сделано в формате игры. Вы можете выполнять задания, за задания получать баллы, и потом эти баллы обратно обменивать на деньги. То есть, по сути, при качественном выполнении заданий и хорошем результате вы можете, ну, так скажем, эту минимальную оплату и отбить. А еще больше вам скажу, можете вообще впоследствии выиграть MacBook, iPhone или AirPods. Так что в следующий раз, когда выставляю сторис, залетайте, смотрите и давайте вместе уже тренироваться, давайте вместе приходить в форму. Вот. Ну а теперь давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Когда работать пойдешь? Ну, открою вам маленький секрет, я работаю, причем работаю много. И поверьте мне, зарабатываю я сейчас немало.
он свою рекламу качает. Ребят, ну вы определитесь. Вы меня сначала просите, чтобы я дал вам крутой продукт, связанный с тренировками и с питанием. Это не я вам навязывал, это вы меня просили об этом. И я это сделал, куча сил просто в это было вложено, куча сил в это было вложено. Мы этот продукт сделали просто за такие смешные деньги, и причем эти деньги, это опять-таки мотивация для вас. То есть, давая вам бесплатный продукт, вы точно ничего делать не будете. Вы просто платите минимальнейшую сумму вообще за огромный кладезь информации. И, ну, и кто-то из вас еще недоволен. Ну, давайте немножко как бы уважение иметь к тому, что люди делают, к тому, что вы просите. Это плюс еще и вам такую там систему мотивации устроили, что при крутом выполнении заданий можно такие призы просто сорвать. Это где такое было видано? Похудеть, привести себя в форму, получить кучу знаний, полезных информации, еще и в конце MacBook выиграть. Поэтому я считаю, что тут все справедливо, что я об этом рассказываю. Конечно, рассказываю, потому что я это делал для вас, и поэтому я это и рассказываю. Так что давайте будем немножко как-то, ну, полояльнее друг к другу и будем ценить то, что мы друг для друга делаем. Про Олю я не отвечаю, и про проект тоже. Я вам уже много раз об этом говорил. Такие у меня условия. Я это комментировать не могу. Какие планы на Новый год? Слушайте, у меня два варианта. Либо я хочу работать на Новый год. Либо я буду работать на Новый год, что было бы просто великолепно. Поэтому, если кто-то хочет увидеть мое присутствие на своем мероприятии в качестве ведущего или приглашенного гостя, пишите в директ дату проведения, формат мероприятия, мы с вами все обсудим. Так, какие еще вопросы? Какие еще вопросы у матросов? Ой. Немножко выбился я, конечно, из режима с этими полетами, перелетами. Вот, сейчас надо будет обратно втягиваться. Честно скажу, позволил себе кайфануть в Омске. Много и вкусно кушал. Диету не держал. Один день, так скажем, я позволил себе максимально расслабиться, провести время с семьей. И такой тоже важный момент. Если вы отдыхаете, то отдыхайте уже и не напрягайтесь. Если я появляюсь дома раз в два месяца, то я не собираюсь этот день тратить на свои тренировки. Вот. Я лучше потрачу его на свою семью. Забавляет, когда вы гадость всякую пишете. Сколько у тебя рост? Вес? Рост 188, вес 86 где-то. Внимание, старших пассажиров, летающих в Москву, аэропорт Челябинск. И вот время уже 4:55. Было написано, что в это время у нас будет вылет, а по итогу я еще сижу, что, слава богу, сесть получилось. Господи, все занято, тут просто все самолеты задержали, битком аэропорт. Вот, никто улететь не мог, но сейчас потихоньку стали всех отправлять. Скоро и мой северный ветер пойдет на взлет. Так, не отвечаешь ни на что, вы ничего не спрашиваете. Ну, хоть один вопрос какой-то будет адекватный от вас. Куда летишь? Лечу в Москву обратно по делам. Уже на сегодня была запланирована встреча. Должны были снимать видео. Но все пошло по одному месту, потому что все задержали. И я никуда не успел, и все это перенеслось. В Москву прилечу, и будет такой втягивающий день, и с завтрашнего дня начнем пахать.
У нас, да, у нас туман был такой, что аэропорт вообще не принимал самолеты. И поэтому все рейсы были задержаны. Сколько стоит у вас проект? Проект именно наших деньги. Мы потратили очень большие, очень много денег и сил было на это потрачено. А сколько это будет стоить для вас, я завтра или сегодня выставлю сторис, вот, в котором вы можете пройти. Там все очень круто описано. Все просто, вы разберетесь, все увидите. Там есть разные варианты. Вот. В общем, мы постарались быть просто максимально эффективными и подобрать качественный, хороший вариант для любого, кто бы хотел заниматься спортом. Как подушка, удобно. Офигенная подушка. Купил, кстати, я, когда летел на Бали на съемки. Потом забыл ее в Омске и вот сейчас только вернулся и взял ее обратно. Да, с подушкой намного удобнее, всем советую. Она в перелетах просто спасает. В Москву сегодня, да, вот должен был быть вылет буквально 10 минут назад, но опять все задерживают. Сижу, жду. Да, рожа у меня убитая, конечно, господи. Вот что значит не спать вторые сутки. Удачи, везения и всех благ. Спасибо большое. Что тебя интересует помимо спорта? Сейчас меня очень сильно стала интересовать тема саморазвития. Сила позитивного мышления, сила визуализации, сила духа. Я много стал про это читать и стал потихоньку применять это на практике, стал применять это на себе, и я понял, что это реально работает. И что многие вообще вещи идут у нас от головы. И очень важно проводить работу с над собой, очень важно быть в гармонии с собой, очень важно контролировать свои мысли и не допускать негатива в своей голове. Это вещи, которые достаточно сложно реализовать, но это возможно делать, если стараться, если над этим работать, и мозг наш, так же как и любая другая мышца, тренируется при каждодневных и упорных тренировках. Кем работаешь? У меня сейчас онлайн фитнес проект для вас. У меня магазин парфюмерии. У меня активно развивающиеся соцсети, в которых я делаю рекламу. И я вам об этом неоднократно говорил. И я считаю, что это нормально. У меня скоро выходит песня на всех площадках. Сейчас будем вести переговоры с Америкой по поводу сотрудничества. Так что работы много, спать надо меньше, а работать надо больше. Так, посоветую книгу для саморазвития. Ну, первая книга, которую я бы советовал всем прочитать, такой хороший старт, это «Цельная жизнь». Вот почитайте ее, и я уверен, что каждый из вас сможет почерпнуть что-то полезное из нее. Куда едешь? Лечу в Москву. Всем отвечаешь? Нет, ребят, отвечаю я не всем, я отвечаю только на искренние какие-то теплые там сообщения, когда вижу, что человек это делает от души, либо какие-то моменты по сотрудничеству. Понятное дело, на какую-то гадость или на какие-то глупые вопросы я отвечать не буду. Машина есть? Нет, машины нет. Так.
переосмыслил какие-либо свои поступки или действия. Да, вообще на самом деле многое переосмыслил. Но... О, мой рейс. Добрый вечер. Так что сейчас полетим. Важно понимать еще такую вещь, что все ошибки, которые вы совершаете, вы должны к ним относиться с позитивом. Вы должны извлекать из них урок, вы не должны грузиться. Да вот, ну как так, ну почему? Ну, в общем, не надо себя грызть из-за этого. Просто вынесите из этого урок и больше не совершайте таких ошибок, и все будет окей. Меня позвали на посадку, поэтому всем хорошего дня. Увидимся в Москве.